Pourquoi je vis, pourquoi je meurs? Pourquoi je ris, pourquoi je pleure? Voici le SOS d'un tarion étresse. J'ai jamais eu de pieds sous terre. J'ai bras les bras d'herbe au bout. J'en attends un bout. J'voudrais venir moi à Noël. Si j'en ai un d'herbe au bout, j'en attends un bout. Toujours fou de la vie avec les ponts de cinéma. J'ai quand tes enfants, mais t'as ma fousse. Je sais quelque chose. Qu'est ma div, elle belle. Le tout nous limite. J'ai pas à l'air un numéro. Je n'attends pas. J'ai pas à l'air un numéro. Mais trop boulot d'automne. Pourquoi je vis, pourquoi je meurs? Pourquoi je ris, pourquoi je pleure? J'ai quoi t'aider les hommes, bien être notre monde. J'ai jamais eu de pied sous terre. J'voudrais venir moi à Noël. Si j'en ai sa tête au bout, tout l'homme fort, Хочу просто сказать всем зрителям, что сегодня Леша болен, у него проблемы с голосовыми связками, с горлом. Но я хочу сказать, что по нашему как бы предложению, да, он выбрал именно эту песню. Знаешь, Леша, ты настолько проникновенно поешь. Вот что я называю пониманием исполнения, что я называю исполнением с большой буквы. То есть не совсем всегда важен вокал, диапазон голоса от и до, понимаете? Слышно каждую эмоцию, слышно каждый звук, каждую нотку, чистота исполнения. Вот это про него. Леш, ты знаешь, несмотря на свой возраст, ты единственный, кого я на самом деле могу вот с большой буквы подчеркнуть в этом конкурсе. Ты самый лучший, ты самый сильный, ты самый понимающий. Понимающий исполнение любой песни. Вот сколько мы тебя не терроризировали, сколько песен мы тебе не выбирали, причем по нашему настоянию ты исполняешь от раза к разу песни, да? Ты умеешь это делать. И ты это делаешь настолько тонко, настолько четко, настолько профессионально. Ты видишь, да, результат своего исполнения? Вот человек просто рыдает. Не от того, она на самом деле очень переволновалась сегодня, когда особенно узнала, что ты выбрала эту песню. Потому что она сама, она всегда волнуется. Она волнуется, знаешь, за что? За то, что человек может не справиться с тем заданием, которое на него возложили.
Она переживала за то, что у тебя сегодня проблемы со здоровьем. Она переживала, волновалась за то, что ты можешь из-за ее желания, пожелания, что ты можешь сегодня выглядеть не совсем смотрибельно, понимаешь? Но ты это преодолел. Несмотря ни на что, несмотря на то, что были, возможно, какие-то шероховатости в исполнении,